Накануне Дня памяти обретения святых мощей святителя Луки Воина Сидецкого состоялся необычный кинопоказ. Более 500 прихожан храма Рождества Христова собрались в самом большом кинотеатре Кубани на просмотр фильма «Излечить страх». Сегодня необычный день. Сегодня мы всем приходом решили сходить в кино, и мне кажется, у нас получилось. Фильм, который мы сегодня посмотрим, о Воине Сидецком Луке, наверняка кто-то уже видел. Но тот, кто не видел, получит особую сегодня такую духовную поддержку, потому что в наше время посмотреть фильм еще раз, поверьте, того стоит. Жизнь Воина Сидецкого Луки наполнена такими трагическими событиями, посмотрев на которые, мы сможем сравнить со своими проблемами его жизни и сказать: «Господи, да, разве мы по сравнению с Лукой то, что он пережил на своем пути, переживаем?» И вот сегодня мне хотелось бы всем нам пожелать посмотреть этот фильм с пользой. И я надеюсь, что этот фильм поспособствует всем нам не только прийти в кино, но прийти в храм, прославить его словами молитвенного к нему обращения. «Святителю Отче Луко, моли Бога о нас». И я хотел бы вот перед самым началом, пожелав вам доброго и приятного просмотра, прежде всего обратить внимание на его веру. На веру, которая помогла ему перенести все испытания его жизни. На веру в истинного Бога Иисуса Христа, которого он полюбил всей душою, всем помышлением и всем сердцем своим. Вот его пример давайте возьмем для себя. Любить Господа, невзирая на испытания нашей жизни. И тогда и в нашей жизни мы получим помощь, которую получал святитель Лука по его вере. Всякое доброе дело начинается с молитвы. Царю небесный, утешителю души истины, и же бездельствий, и вся исполняя. Это фильм о талантливом враче-хирурге и святителе Луке Крымском. Это кино, которое помогает донести до верующего сердца глубину веры святого человека, который прошел все испытания, уповая во всем на волю и промысел Божий, и остался верным своей родине, вере православной и своей семье. Очень глубокий фильм, духовный, полный смысла и добра. Фильм, который заставляет задуматься зрителя о жизни и смерти, любви и верности, предательстве, цене человеческой гордыни и о высоте духовного подвига святого нашего времени. А нашим современникам, особенно молодому поколению, позволяет понять, что такое святость. Я прощаю тебя, Сережа. Прости меня. Зрители выходили из кинозала молча, многие со слезами на глазах. И ни одного слова, только тишина и мысли. Надеемся, что в кинотеатрах будет показываться больше таких фильмов, и больше православных христиан смогут чаще посещать такое кино и приглашать с собой тех, кто пока не встретил Христа. Потому что такое глубокое духовное кино – это часто начало пути, первая дверь, раскрыв которую, человек откроет для себя Христа Спасителя.